Теперь мы делаем камин. Вот сблизи такая структура, чем-то похожа на какой-то камень. Непонятно на какой, но людям нравится. А делается это так, то есть изначально... Сейчас, секунду. Ну вот, к примеру, мы нанесли... Вот я сотру. Например, мы нанесли ровный слой, прилаживаем гладилку. Тут уже чуть подсохло, чуть материала возьму. Прилаживаем гладилку и начинаем просто ей водить, чтобы образовались вот такие. Ну и вводим в одном направлении, параллельно друг другу мазки. То есть, чтобы издалека это вот так выглядело. По мере подсыхания мы начинаем его сглаживать. Уже покажу, когда буду сглаживать. Так вот, мы только загладили. Получается такая вот структура. На углах тут скруглили. После высыхания мы будем ее вскрывать лазурью. Выберем какой-то цвет. Уже там по желанию заказчика. Цвет выбирается. Мы делаем образец на чем-нибудь, на куске доски, например. Вот. Ну, это еще не заглажено, сейчас загладится. На этом образце мы будем делать выкраски пробные. Выкраски делаются так. Берутся одноразовые стаканчики, штук 5, например, наливается туда лазури по чуть-чуть и наливаются там разные пигменты, то есть ну, цвета, которые нужно будет выкрасить, выкрашивается. Можно там разными методами наносить. В общем, делается выкраска. И сушится над плитой для того, чтобы увидеть окончательный оттенок. Потому что при высыхании лазурь меняет цвет, не такая, как в ведре. Ну, и если заказчик выбирает понравившийся ему цвет сразу, то, например, мы там сделали раз, два, там три выкраски, к примеру. Понравилась третья. Берем третий стаканчик, этот, который там уже намешано. Ставим его и ну, мы уже знаем, какие там пигменты налиты. И мешаем всю емкость, которая нужна для вскрытия этого ну, объекта, там, камина. И делаем всю эту емкость такого же цвета, как стаканчик. То есть у нас вот наглядный образец будет в стаканчике, в лазуре. А в лазуре будет добавляться пигмент, пока мы не достигнем такого же цвета. Ну и после вскрытия мы посмотрим, как это будет выглядеть. Кстати, еще можно делать под расшивку, это очень оно неплохо смотрится, на мой взгляд, даже лучше. Ну, заказчики решили сделать это так, вот как это выглядит сдалека. Ну, увидим, что будет дальше. Такие вот наш используемый материал на камин. Забыл показать. В данном случае мармарин мини с мелким зерном. Так, начали наносить лазурь для придания оттенка. Предварительно все обклеивается малярной лентой. Здесь она еще не высохла. Вот были выкраски цветов. Вот сама лазурь. Отливаем нужное нам количество, ну была там полная банка, пигменты, вот два пигмента добавлялись, ну и наносится это, сейчас покажу, значит отливается лазурь отливается в ванночку для краски, чистая, ну практически, гладилка работала только что. Берется на один край. Вот, на один край так лазури, ну чтобы она. И переворачиваем так, чтобы текло туда вниз. Вот. Переносим ее на чистую стенку. Вот так.
Вот такими движениями. Сейчас просто не очень удобно это все делать. Такими движениями, которые должно быть много и быстро. Вот. И примерно мы получаем то, что вы видели только что.